В конце апреля в столице Карачаево-Черкесии прошел турнир по волейболу, посвященный светлой памяти Валерия Шугаюбовича Пхешхова. Этого человека очень любили и уважали преподаватели и студенты Северокавказской гуманитарной государственной технологической академии, где он работал последние годы на кафедре физвоспитания. В прошлом году Валерий Шугаюбович трагически погиб в результате несчастного случая. В соревнованиях, которые проходили в спортивном зале его родной академии, приняли участие студенческие команды из разных городов и районов Карачаево-Черкесии. На торжественном открытии турнира было сказано много теплых слов о Валерии Шугаюбовиче. О нем вспоминали и как о профессионале своего дела, и просто как о хорошем и отзывчивом человеке. Друзья, близкие и родственники Валерия Пхешхова поблагодарили организаторов за инициативу проведения турнира его памяти. То начинание, которое сегодня мы видим, является начинанием не только в честь Валерия Мухаддина Шугаюбовича, но и начинанием для будущего развития нашей молодежи. Мы надеемся на них, что они будут лучше и физически, и умственно, и в жизненных лучших ситуациях будут жить. Поэтому во взаимосвязи я и мои близкие родственники, род Пхешхов очень доволен этой инициативой, которая сегодня проявлена. Особенно радует то, что это не разово, не в один год, а обещает быть традиционным. Все, что зависит от моих родственников, от меня лично, мы будем способствовать лучшему вовлечению большего количества людей и качественному проведению этих турниров в будущем. Конечно, он как человек, прекрасный человек, как организатор, отличный организатор. И мы когда поручили ему взять женскую команду нашу по волейболу, он с удовольствием взял и работал он с ними очень хорошо. И у него девушки становились неоднократными чемпионами города и республики. Именно от женской команды, тренером которой был Валерий Шугаюбович, исходила инициатива о проведении турнира его памяти, которую поддержало сначала руководство Академии, а затем и Министерство по физической культуре и спорту КЧР. Девушки не подвели своего наставника. Женская команда Северокавказской государственной гуманитарно-технологической академии заняла первое место по итогам соревнований. А кубок победителей среди мужских команд уехал в город Карачаевск. Его завоевали студенты Карачаево-Черкесского государственного университета.